Если да, сравнивать по спектрам действия, да, мы видим, что отличие Максима Голд и Крузер Макс от Максима Голд, это, конечно же, как я сказал, усиленный контроль таких патогенов, как фузариум, да, антракноза, септориоза, скохитоза, тоже резоктония, которые очень часто присутствуют. И это позволяет, скажем так, более полно закрывать нам все необходимые патогены, которые могут случиться. Плюс, я говорил, спрашивал, да, Максим Голд, кто многие его выбирают, отличный продукт, да, причем за последние там годы. И цена достаточно привлекательная, на гектар обходится, да, это в прайс мы порядка там 300 с чем-то там рублей. Отличный продукт. Крузер Макс, да, три фунгицида плюс инсектицид, достаточно также, мы считаем, что цена очень привлекательная, даже по сравнению с другими продуктами на рынке. А если даже мы посчитаем Максим Голд плюс инсектицид, то вряд ли мы получим такой контроль, да, действующих веществ за эти же деньги, которые можно приобрести к Крузер Макс. Что такое вигор? Сейчас все спрашивают, смотрю, сейчас засыпали просто вопросами. Все действующие вещества, имеющие хоть какую-то системность, у нас способны проникать, да, в обработку семян, я имею в виду, говорю, способны проникать внутрь семени, да, на самых ранних этапах развития, когда клетки там только начинают, говорится, дифференцироваться, делиться, и там что-то с ними происходит, какая-то магия, да, которая из одного семечки вырастает такое вот большое растение. Никто не знает, как это до сих пор происходит, но мы занимаемся сельским хозяйством. Вот, представьте, в эту систему добавить, да, вот закрытую, молодую, делющуюся, какое-то химическое действующее вещество, которое будет как-то проникать в клетки, да, и там находиться. Вот, есть два пути, да, есть путь, когда это действующее вещество как-то негативно оказывает влияние, да, то есть там мы знаем, что те же триазольная группа, да, очень, скажем, задерживает сходы, назовем это так, да, там снижает количество гормонов, снижает количество, да, там, клетки медленнее делятся, и мы получаем задержку в сходу, что очень часто негативно сказывается вообще, в принципе, на получение, да, это вот, скажем, там, до Максима Голтера такая была, когда на рынке сои, там, в обработке семян только одни триазолы были зарегистрированы, да, с Максимом Голтером все выровнялось. Вот, но есть и действующие вещества, которые, кроме своего прямого действия, да, как в данном случае контроля там вредителей, могут положительно влиять на развитие и выработку в растениях определенных, да, структур. Например, конкретно что такое вигор, да, это эффект жизненной силы, который в самом деле уже во всем мире, это не сингентовский, назовем так, как это байка, да, маркетинг и так далее. Это научный термин, если вы почитаете, очень много статей написано про эту, что есть действующие вещества, есть химические препараты, которые способны оказывать этот вигор. Как это происходит? В обработке семян, да, что мы конкретно говорим, на ранних этапах роста молекулы, да, Крузер Макс входят в взаимодействие с молодыми клетками растениями, начинается такая некая положительная, назовем, реакция, что растению, скажем так, немного не нравится, что в клетке плавают еще какие-то другие молекулы, да, начинается некое раздражение и выработка ферментов. Из ферментов растение варит большое количество ферментов, да, из ферментов растение начинает варить гормоны, да, и гормоны роста именно. Получается так, что там сходятся как раз таки звезды, да, что растения начинают творить гормоны роста. Если в клетках много гормонов роста, да, таких ауксин, цитокинин, клетки быстрее делятся, корневая система также быстрее растет. Да, цитокинин мы знаем, что очень активно влияет на развитие корневой системы, сохранение ее в целости, кажется, в работоспособном состоянии. И это все потихоньку-потихоньку за собой агроном увидит, что растения быстрее взошли. Да? Быстрее взошли, мы с вами выяснили, это лучшее развитие в дальнейшем. Да? Нет никакой конкуренции в ряду, никакой конкуренции там, с другими сорными растениями. Поэтому Крузер Макс – это не только контроль вредителей и болезней, да? Но и как раз-таки помощь растению всходить быстрее, да? Даже в таких экстренных ситуациях, когда температур недостаточно, да, растения все равно сходят с Крузер Макс быстрее при, скажем так, стрессовых ситуациях, что повышает в дальнейшем наш урожай. Поэтому вигор-эффект, да, – это когда вы посеяли, у вас защита от вредителей и болезней, молодое растение никто не подъедает ни со стороны воздуха, да, ни, скажем, под землей.
растение с химической стороны не тормозится, да, она всходит, наоборот, стимулируется, всходит быстрее, быстро и ровно, поэтому мы получаем ровные всходы, фаза культуры на поле выровнена, да, нет никаких скачков, легко как говорится, растение само начинает конкурировать с сорняками, легко применять решения по выходу, да, с гербицидной обработкой, не получаем стресс от гербицида, не получаем стресс от температур, получаем зато, наоборот, большой, хороший урожай.